В Анадыре завершился ремонт участка дороги по улице Южная, рядом с детской школой искусств. Работы проходили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Межведомственная комиссия приняла объект без замечаний. Чуть больше месяца ушло на то, чтобы этот участок дороги привести в надлежащий вид. Комиссия неспешно проходит по ровному бетонному полотну. Работы здесь подрядчик ООО «Перфект» начал еще в середине июня. За это время был выполнен демонтаж старого покрытия дороги и тротуаров, старых лотков коммуникаций под дорогой, исправлен профиль дороги, оборудовано мостовое перекрытие для исключения дальнейшей просадки грунта и дорожного полотна с устройством ростверка на металлических сваях, новые лотки, уложена гидроизоляционная прослойка, и новое цементно-бетонное покрытие, загерметизированы швы, обустроены тротуары и бордюры. Достаточно большой участок, 116 погонных метров, 952 метра квадратных. Контракт был заключен у нас в марте. Стоимость контракта 23,5 миллиона рублей. Но здесь жители города прекрасно знают, такие просадки осуществлялись, и деформация полотна, ямы и так далее. Вот в частности, вот в этой локации даже применялись сваи для того, чтобы как раз избежать дальнейших, скажем, таких неприятностей. Одним из проблемных участков при выполнении ремонтных работ стал мостовой переход через инженерные сети. Для этого подрядчику пришлось дополнительно укреплять конструкцию. Сюда был завезен дополнительный скальный грунт, который не был предусмотрен в проектной документации, но был согласован в рамках строительного контроля. Это камни большой фракции до метра, как раз таки, которые обеспечат устойчивость при дренирующих свойствах грунта. Кроме того, детская школа искусств, рядом с которой проходит эта дорога, попросила смонтировать выездной карман, в чем подрядчикам также была оказана помощь. В целом у комиссии не возникло нареканий к выполненным работам. Дорога была принята в эксплуатацию. В настоящее время участок открыт для проезда. Гарантия на работы составляет 8 лет. Параллельно в городе ведутся и другие ремонты. Лето еще не закончилось. Горячая пора ремонтных работ продолжается. Значит, на сегодняшний момент также еще 2 участка дорог в работе, и еще 2 предстоит сделать. Пока все идет у нас в графике. Уже, я думаю, что в течение нескольких дней будет открыт участок дороги на Партизанской. Всего в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» запланировано отремонтировать 10 участков дорог Анадыря общей протяженностью около 580 метров. Анна Мартяшкина, Арсений Гусев, Вести Чукотка.